на 947 километре, в сторону Москвы. Поворот на парковку. Стоянка 150 рублей. Также работает гостиница с уютными номерами. СТО производит ремонт любой сложности. Шиномонтаж производит ремонт боковых порезов, нарезка колес. Кафе предложит домашнюю кухню и уют.
Так, левое заднее колесо меня волнует. Поэтому скорость будет небольшая. Уже такого. Thank you.
стоит 135, тоже повезло на подарок. Thank you.
есть такой тип.